Фикса кофе начинается. Сегодня мне почему-то подумалось, что Фикса ТВ перекочевала в Фикса кофе. Вау. Ребята, вчера у меня был трудовой подвиг. Я проработал 9,5 часов. Это же охренительно. Я от себя такого не ожидал, я на работе такого не делал. Там же пока туда-сюда, чайки-кофейки. Все такое, 6 часов там выработка. А здесь 9,5 часов за один божий день. Правда, я не выходил из дома. И иногда даже не мог оторваться, сходить пописать, но тем не менее. 9,5 часов. А все потому, что я прям с утра начал делать работу, которая была очень сложна. Ну, как говорят, раздави и съешь лягушку с утра. Вот. Я действительно увлекся. Там, часа два поработал, сделал. Но оно было очень... Я бы... Ну, вообще она меня пугала. Знаете, бывает, работа пугает. А потом ничего, оказывается. Руки боятся, глаза делают. Или наоборот. Вот. В общем, как бы я с ней справился. Дальше уже на ее фоне все остальные были мелкими, но интересными задачками. Там делаю сейчас задачку обмена через API с одной... Ну, перенос остатка. Очень интересно, какая задача. Так, 9,5 часов, я офигел. Ну, конечно, Анка была недовольна, вот, потому что, ну, я предлагал вечером выйти, ну, там, собаку выгулять и заодно водички набрать, но не сложилось, в общем. Так, я целый день и проебашачил, отойди. Кофе помогает поддерживать нужный темп и ритм жизни. Я сегодня забыл выпить витаминки, кстати. На завтрак. Ай-яй-яй-яй-яй, компания. Тут там вода наливается прямо в край этого кофейни, по стеночке. Зеленая кружка Анкина, моя коричневая. Под цвет моего загара. Анкина под цвет эко. Экологично. Эко. Или эко. Экология, короче. Так. Ре. Вкусного по чуть-чуть. Ух, какая пеночка получилась. Смотрите, какая красивая. Еще я туда не наливал даже молока. Хотя какое молоко? True программисты используют сливки. И варят раф по утрам. Кто варит раф по утрам, тут поступает мудро. Нальешь, сольешь сливок 250 грамм. И вот оно уже и утро. Кстати, сливок уходит 250 миллилитров на нас двоих. То есть вот такого пакетика хватает на два раза. А такой пакетик стоит рублей 70. Себестоимость всей этой кофейной процедуры не очень велика. Это не 150 рублей, которые мы башляли в кофейных палатках. Да, я даже чуть меньше наливаю, где-то 200. Сейчас оценю точно. Ну, 220 силы. Потому что я больше кофе лью, получается более крепким капучино, и, соответственно, сливок нужно меньше, 220 на двоих. Ну, то есть там где-то пополам, 110 кофе, 110 сливок. Ну, вернее, даже 150 кофе, 150 сливок, плюс они вспененные, они более объемные. Вжик, 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 я мужик. Вжик-вжик-вжик, я мужик. Кстати, я переделал вот эту фразу. В России только три пути. Россия, вебка и IT. Более такую
за умную. В России только три лифта, IT, закладки и манда. Матерно получилось, ну блин. Зато просто с лифтами больше ничего не рифмуется. Кроме манды. Лифта, манда. Да манда тоже ничего не рифмуется. Да? Что поделать? Хоть. Ай, блин! Регрею сливки. Нельзя держать сливки за ручку. Надо держать их за кумпол. Сегодня кофе Анка будет особенно горячим. Латте арта даже немножко точечного. Я умею только точечку. Заберите. Ну все, фономасы. Что-то я опять 6 минут уложился. Все круто.